Три игры, три победы. Карагандинская ледовая дружина провела заключительные выездные встречи регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги России. Сарыарка обыграла Рязань со счетом 6-2. И в Пензе подопечные Душина Грегора разгромили Дизель со счетом 3-0. Подробности последней встречи в следующем материале. Ворота Сарыарки после длительного отсутствия в составе защищал словак Владимир Ковач. Забегая вперед, стоит отметить, что голкипер провел уверенную игру и оформил сухарь. Счет в игре был открыт уже в начале 4-й минуты. Защитник Дмитрий Громов отличился. Катываются 2 в 1. Отлично, и первая шайба влетает в ворота. Следующую шайбу карагандинцы забросили полчаса спустя. Макмиллан разыграл шайбу Саабом, а в завершающей стадии атаки мощно пробил Анатолий Васильев. На средней зоне неминуемая расплата. Васильев делает счет 2-0. Еще одну шайбу Сарыарка забросила в 3-м периоде. Все тот же Макмиллан и Апа воспользовались брешью обороны Дизеля, а подключившийся к атаке Самарин, не стесняясь 3 защитников, доводит счет до разгрома 3-0. Опа, 3-я шайба влетает в ворота. Очередная ошибка, и Дмитрий Самарин. Следующие 5 игр карагандинская ледовая дружина проведет дома. Серия игр стартует 12 февраля матчем против Орского Южного Урала, который сейчас возглавляет экс-главный тренер Сарыарки Андрей Кирдишов. Куатшин Шарбаев, Артем Ковалев, 5-й канал.